Друзі, вітаю вас. Це YouTube 24-го. У нас сьогодні вівторок, 4 липня. І з вами я, Ірина Узлова. І, звісно, в цій порі я не сама. Зі мною Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, щиро вітаю в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Подмосковні вечора, точніше ночі, стали гарячими, ну, може того, що липня, може того, що пожакара в Московській області та у Новій Москві. Щось там літає в оцій кубинці, літають безпілотники. Це, до речі, підтверджує Міністерство агресії Російської Федерації. Вони кажуть, да, атака дронів була на Московську область, буцімто збили вони 4 з 5 дронів, а ще один впав в результаті радіолокаційної боротьби в Московській області. Де там і в кого тривожно на Росії? Борисе, за вашу інформацію, і чи буде це повторюватися, як думаєте? Ну, повторяться это безусловно будет, потому что пока террорист не остановлен, естественно, террорист заслуживает на вот подобные, значит, акции. Очень интересная вообще ситуация с этой атакой беспилотников, то есть российская вот эта Минагрессии сообщает, что их было 5. Атаковали они там объекты в Новой Москве. Есть такой населенный пункт Кубинка. Он находится где-то в 50 километрах от Москвы и в 30 километрах от аэропорта Внуково. Собственно, поэтому сегодня аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять рейсы. Там чего-то все сильно перепугались. Ну, в общем, я специально посмотрел вообще, что же это за такой населенный пункт Кубинка и что там находится. А там очень интересные объекты. Там, во-первых, находится военный аэродром, на котором базируются вот те самые стрижи и витязи. Это, ну, наверняка видели давно, еще до войны, потому что сейчас они парадов с авиацией не проводят, когда самолеты выполняют всякие на парадах фигуры пилотажа, ну и так далее. Так это как раз те самые стрижи и витязи. То есть мало того, что там этот военный аэродром, он до недавнего времени был аэродром совместного базирования, там достаточное количество авиационной техники. Там еще и находится павильон, где они демонстрируют эту технику. А, кстати, я напомню, россияне отменили авиашоу буквально на днях, тоже из опасений, что прилетят какие-то беспилотники. Ну, то есть вот военный аэродром, и там, кстати, населенный пункт Кривошеина, куда один из беспилотников упал или его посадили, я не знаю, или он попал куда-то, он как раз находится между, вот между ним и Кубинкой находится вот этот военный аэродром. Там расстояние небольшое, километров 5 всего. Но и это еще не все. Вот это и Кубин. Там же местные телеграм-каналы начали сначала писать, что было попадание в какое-то здание на территории воинской части. А что же это за воинская часть такая и кто там базируется? А базируется там как раз вот та самая пресловутая 45-я отдельная бригада спецназначения ВДВ, та самая, функцией которой был захват аэродрома в Гостомеле, и с целью, чтобы туда посадить, значит, спецназ, и он должен был потом захватить правительственный квартал. Но, как мы знаем, наши доблестные вооруженные силы успешно их там всех ликвидировали. И вот эта 45-я бригада, она очень серьезные потери понесла в Украине. Но и это еще не все с этой 45-й бригадой. Там такой интересный есть момент, вот руководит этой бригады. Сейчас я найду этого товарища. Значит, Вадим Паньков, полковник. Его вообще хотели, по данным нашего Министерства обороны, отстранить за то, что он провалил вот эту операцию с Гостомелем. И, ну, из-за него очень серьезно была, ну, понесла потери вот эта бригада. А он когда-то в свое время, он служил в вооруженных силах Украины. В 93-м году он предательски покинул их и начал, как говорится, служить на, работать на агрессора. Дело в том, что с этой бригадой вообще есть очень одно интересное историческое событие связанное. В 94-м году, когда убили журналиста Дмитрия Холодова, это журналист газеты «Московский комсомолец», тогда следственные органы выдвинули версию, что в убийстве, подготовке убийства этого журналиста участвовали офицеры. Тогда еще это был полк, как раз вот этого вот отдельного полка. Даже назвали фамилии. Был факт
задокументирован хищение взрывчатки, внешнего наблюдения за журналистом, а потом по, ну, как все в России, да, происходит. По странному стечению обстоятельств с этих офицеров этой бригады все обвинения были сняты. Ну, то есть вот такая бригада, которая параллельно еще и выполняла функции наемных киллеров в свое время и уничтожала журналистов. Поэтому очень интересные объекты в этой Кубинке находятся. И почему-то мне кажется, что не все там посадили и не все так вот гладко, как говорит российское Министерство обороны. И, ну, местные как раз это подтверждают, но я вот специально посмотрел, начали чистить вот эти сообщения, которые говорили о том, что там то прилетело сюда или туда. А еще интересный момент, что расстояние от линии фронта до Кубинки, причем Кубинка, кстати, это еще и железнодорожный логистический такой пункт, расстояние около 500 километров. То есть опять получается так, что беспилотники пролетели несколько сот километров, если они были запущены с линии фронта. Но мне кажется, что они были все-таки запущены как раз с территории Российской Федерации. Это еще одно подтверждение того, что в России и Путин, и Министерство обороны абсолютно ничего не контролируют. И вот эти беспилотники, это же тоже проверка определенная тех систем ПВО, которые охраняют воинские части и военные аэродромы. Ну, хорошо, учтем. В следующий раз, значит, будет что-то иное. И в больших масштабах. Чи то діряві ППО, і діряві кордони, чи діряві в когось руки, чи все одночасно. Ну, до речі, буквально напередодні ми обговорювали в інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський теж ще вкотре наголосив, що Путін нічого не контролює. Ось цьому і наочне підтвердження. Да, дійсно, Борисе, дякую за таку деталізацію. Більш ніж вражайне місце атакували безпілотники Божої кари і життєвого бумерангу. Як бачимо, звісно, не змовчала прес-синяк Міністерства закордонних справ Російської Федерації Машка Захарова. Ну, винен київський режим, не і ніхто інший. Ба більше атаковано було об'єкт цивільної інфраструктури, каже вона, зокрема, аеропорта, і, каже, який ще й приймає закордонні рейси. Тож, ці теракти Зеленський, говорить Захарова, здійснює через те, що через вказівки Заходу або через західні засоби і західну зброю. Тому, на її думку, вона так кваліфікує, це тероризм міжнародний. Британія, Сполучені Штати, Франція, ну, англосакси, вони фінансують терористичний режим. Відповів їй уже радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він каже, на себе в дзеркало подивися, ну це я іронізую. Він говорить, теракт – головний атрибут Росії. І російському МЗС варто усвідомити, що теракт – це коли ти 16 місяців навмисне стріляєш крилатими балістичними ракетами по житлових кварталах і заповненій піцерії, коли ти зносиш артилерію місто Бахмут, коли ти демонстративно підриваєш Каховську ГЕС і твої чорти у військовій формі демонстративно вбивають жінок, дітей, літніх людей. Теракт є головним атрибутом Росії. Тим часом я нагадаю, що сьогодні продовжує надходити невтішна інформація про збільшення кількості жертв внаслідок влучання безпілотників, шахедів, запущених Росією агресором, просто в центр Суми, що ми вчора теж обговорювали. Тому от вони дійсно хотять по цивільних об'єктах, а це ж безпілотники Божої кари не по цивільних. Чи очевидно, яка повинна бути реакція на ті терористичні акти Російської Федерації? Кому адресує Машка Синяк оці меседжі своєму внутрішньому споживачу? Конечно, потому что никто из нормальных цивилизованных представителей других стран не верит в эти месседжи. А вот мне хочется поинтересоваться. То есть она считает, что беспилотники, которые там летают, это значит вот ужасно, это международный теракт и так далее. А беспилотники, которые запускаются с территории Российской Федерации, там никому не беспокоит никого, а ракеты, которые из акватории, например, там, того же Азовского моря, часть из них падает, часть непонятно куда летит, они никому не угрожают. А, простите, вагнеровцы, которые по пути сбивают вообще все, что там летит. То есть это же мог быть ну, абсолютно любой самолет. То есть говорить про терроризм со стороны Российской Федерации, но это, ну, я не знаю, там это не выдерживает никакой абсолютно критики. И рассказывать всем, как вдруг
в России наступила опасность, так у вас и все еще хуже будет на самом деле. То есть проба пера, она произошла, и в Подмосковье не только сейчас, и в прошлый раз, когда около 30 беспилотников. Там тоже, кстати, непонятно. Они тоже, похоже, с российской территории были запущены. Поэтому все объекты на территории Российской Федерации, они горят, они поражаются разными средствами. Мы говорим всегда, что это не мы, естественно. Но, как мы видим, это же вот те самые красные линии, про которые они говорили. Не дай бог вам там по территории России, не дай бог вам там туда. Ну вот оно случается, и дальше что? Вот что еще Россия может сделать, чтобы сказать, все, мы сейчас эти красные линии будем пресекать? Ну абсолютно ничего. И поэтому Путин, который еле-еле вылез сейчас, оклыгался, да, после бунта Пригожинского. Поэтому он будет сейчас создавать образ, что вроде как все под контролем, но ему никто не верит. Мы, кстати, дальше с вами об этом поговорим. Росія воєнні злочини більш ніж 100 разів у день вчиняє на нашій території, якщо поділити всі ті вчинені злочини, всі ті обстріли мирного населення, які країна-терориста вчиняє проти нас уже 16 місяців. І от до слів Подоляка ще й долучається Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, який є частим гостем нашого ефіру. Долучається він не лише словами, а відеофактами, відеопідтвердження. Андрющенко прилюднив відео руйнувань Азовсталі, тієї неславної фортеці, яка кілька місяців тримала просто нещадні, постійні, регулярні обстріли з усього, чого тільки можна, неба, моря і землі Азовсталі, де тримали оборону міста наші захисники. І от бачимо ми ці кадри руйнувань, бачить їх і весь світ. Я думаю, голос за кадром там каже, погляньте, які тут індастріал, територія просто схожа на щось, ну, щось знищене, щось таке, як ми раніше, Бориса, бачили в отих фільмах, фільмах жахів, фільмах фантастики. А це все наслідки діяльності і рук злочинців Російської Федерації. І от коли світ таке бачить, чи закрадається ще в когось питання, ідеї, ініціативи про те, що мирні переговори на цьому етапі без покарання воєнних злочинців, без репарацій, без виходу України на кордони 91-го року можливі? Є такі персонажі, ми їх знаємо прекрасно. І недавно один из них вылез и заявил, что Украина уже не самостоятельное государство. Я сейчас говорю про Орбана. Ну, в общем, такие люди есть. И понятно, что деньги, может, и не пахнут, да? Но почему-то мне кажется, что быть полноправным членом европейской семьи и не видеть этой агрессии, это как минимум странно. И да, к сожалению, Европа и европейские граждане постепенно привыкают к вот подобным кадрам. Они уже не различают, где Мариуполь, где Бахмут, где Сумы. Все разрушено, все уничтожено. Ракеты летят, не разбирая цели, не понимая, ребенок там в этом доме или семья. И они привыкают к этому, и у них свои проблемы есть. Мы знаем сейчас про французские вот эти бунты. К сожалению, они погружаются в свои проблемы, они для них важнее. Но, опять же, общая направленность на помощь Украине, на то, что снижать ее как минимум не будут, она есть. Да, есть определенные непонимания у нас, почему задерживают, например, поставки авиации и обучение наших пилотов, почему атак МС, например, там все думают в Белом доме, поставлять, не поставлять. Ну, я понимаю их опасения, просто для этого я общаюсь, например, с жителями Соединенных Штатов, которые мне объясняют, что да, вот у них есть там такие-такие опасения. Да, они в первую очередь слушают своих граждан. Ну, мир циничен, мир так устроен. Но, опять же, у меня есть большие сомнения, что в итоге мы дойдем до истории, когда Путин будет сидеть в Гааге. Есть у меня большие в этом плане сомнения. Но скорее возможен вариант, когда ближайшее окружение Путина сделает так, что он до Гааги не доберется. Вот этот сценарий для меня более реалистичен. Даже если Путин как-то договорится про трансфер власти, про гарантии, про что-то там еще, что он будет там навеки вечно сидеть в России в своих геленджиках, во дворцах, мы прекрасно знаем, что Россия — это страна нестабильных гарантий, отсутствующих гарантий.
И сегодня ему их дадут, а завтра, ну, в обмен на определенные профиты отнимут. Поэтому те процессы турбулентные, которые были запущены еще до Пригожина, они свое дело делают. Ну, а Пригожин ще й додав, яка б там не була мета і кінцівка, все-таки оцю нестабільність показав і підігрів. І в зв'язку з цією нестабільністю бункерний кремлівський карлик, він оживився. Там ми бачили, чи то він, чи то його двійник, чи то трійник відвідує і різні регіони Російської Федерації. Тепер він далі пішов на міжнародну арену, так би мовити, в лапках виперся. Звісно, він не полетів нікуди, та й взагалі в онлайн-форматі проходить сьогодні саміт, організований Індією, де Індія головує. Зараз я про саміт Шанхайської організації співробітництва ШОС. Пам'ятаємо, наскільки ганебним було минуле засідання ШОС, яке ще відвідував, тоді ще не перебуваючи під ордером МКС, воєнний злочинець, російський диктатор Путін. І отут він виступив, понезаявляв купа чергової маячні, що гібридну війну веде проти Російської Федерації, звісно, Захід, весь цивілізований світ. Подякував країнам ШОС за якусь підтримку захисту ладу Російської Федерації в період збройного заколоду Пригожина, хоча ми там цього не бачили. Ну, каже, Росія впевнено протистоїть санкціям, торгує з Іраном. І ще прикметно, що за результатами цього дійства стало вже відомо, що Іран офіційно вступає до лав ШОС і для Білорусі готують підґрунтя. Про що нам говорить? Це розширення вісі зла цієї, про яку ми постійно обговорюємо. І про що свідчать оці заяви і вихід Путіна на ШОС? Ну, знаєте, є такий анекдот. Я вас на этом корабле целый год собирал. В общем, это как раз вот эта самая история, да, ось зла, Иран принят в организацию, ну, в Шанхайскую организацию сотрудничества, Лукашенко там потирает ручки, что скоро его туда возьмут. Но самое показательное, на мой взгляд, о работе ШОС, это заявление президента Казахстана, господина Токаева. Он заявил следующее, что к сожалению, стоит констатировать, что за 20 лет существования ШОС ни один крупный экономический проект в рамках этой организации не был реализован. И он это заявляет абсолютно прямо. И, кстати, когда Путин выступал онлайн, когда он рассказывал, что 8 лет, значит, антироссию рядом создавали под боком, там оператор, наверное, работает на ФБР, судя по всему, или на ЦРУ, потому что оператор в это время показывал лица тех, к кому Путин обращался, членов ШОС, и там, мягко говоря, кто-то сидел просто вот как-то закатывал глаза, кто-то там что-то рисовал собачек каких-то в блокнотике. Ну, в общем, всем все понятно здесь. Что касается ШОС, Путин, конечно, может долго рассказывать, что укреплять, углублять и расширять нужно. Но Си плюс Си 5 никто не отменял. Саммит, который прошел пару месяцев назад, Китай плюс страны Центральной Азии, кстати, все они являются членами ШОС. Китай просто-напросто силой отжимает экономическое и политическое влияние России в регионе, используя вот этот формат Си плюс Си 5, на который, кстати, Россию даже номинально не пригласили. Mm-hmm. Поэтому можно, конечно, собираться. Мне это напоминает, знаете, заседание ОДКБ, когда приезжают, как говорится, партийные функционеры в традициях там с компартии, садятся все с бумажками, каждый читает свою повестку, и все потом расходятся, не понимая друг друга. Но с другой стороны, конечно, для Путина, вот для Путина сейчас было очень важно выйти после бунта Вагнера и показать, что он еще все-таки лидер, что он все-таки там что-то контролирует. То, что он читал с этих бумажек, это, конечно, никакой критике не поддается. Он же рассказал, что народ в едином порыве объединился и противостоял бунту Пригожина. Хотя на кадрах даже российских СМИ, на федеральных каналах, их даже показывали, было явно понятно, что Пригожина поддерживают, и там люди приходили, фотографировались. А еще интересный факт, вот туда же, к этому бунту, что Пригожина сегодня вернули... 10 вот миллиардов рублей, да, конфискованные. Слитки золота, 10 миллиардов рублей, приехал его водитель с какой-то там официальной доверенностью. То есть, оказывается, Ирина, можно сбивать самолеты, вертолеты, убивать российских пилотов, и тебе потом еще денежки, кэш и золото вернут. Вот в этом вся Россия.
Або мовою вмовлянь і зброї кулемета набагато більше можна добитися, ніж просто мовою дипломатії, очевидно. Особливо для Путіна. Вигоди якісь його дійсно невдалі на біс, я думаю, що його не покличуть. А от вихід Пригожина таки бачимо, що має ще якесь продовження. Так само вчора виклали його пабліки, чергове його аудіозвернення. І там всі підмітили, що буцімто його риторика стала більш м'яка, більш така якась тиха, але насправді ми там чуємо наступне. Ну, що чую я? Він каже, нам потрібна ваша підтримка. Ви ще, можливо, побачите нас на фронті. Тобто він не говорить, що це кінець, що вже прощається. Він про якесь розформування структури. Я тут кілька днів чула від різних російських опозиційних політиків і правозахисників, що Вагнер знищать як явище монолітне, що гроші роздерибанять пригожинські. А тут бачимо, що гроші йому назад повертають. Думаєте, це буде ще інше якесь продовження цієї історії? А тут просто не следует забывать, что Вагнер не только в России существует. То есть Вагнер выполняет бизнес-задачи и на африканском континенте, и на Ближнем Востоке. Поэтому я считаю, что большая военная, военизированная такая структура, вооруженная, будет уничтожена в России, дабы неповадно было. Но часть из них будет переброшена для выполнения исключительно таких бандитских бизнес-задач по отжиму месторождений, по приведению к власти новых диктаторов. То есть эта функция остается у Вагнера, и никто ее, судя по всему, у него отнимать не будет. Поэтому я думаю, что не все так печально для Пригожина, как и я тоже, кстати, грешен, да. Я тоже прогнозировал ему выход из окна с какого-то этажа гостиницы. Но еще не вечер. Поэтому Пригожин не зря поселился в Беларуси, как говорят белорусские телеграм-каналы, в номере без окон, дабы не было соблазна никакого. Поэтому давайте понаблюдаем. По крайней мере, я думаю, что это точно не конец. Пригожин сделал, сейчас прозвучит, может, странно, решил одну очень важную задачу. Он показал слабость центральной власти, он показал абсолютную неспособность путинского режима противостоять и каким-то новообразованным военным формированиям. И на это могут обратить внимание и использовать в последующем не только те, кто связан с Пригожиным. То есть посмотрели, так оказывается, это можно доехать до Москвы и за день власть взять. Поэтому я думаю, что все еще только начинается. А для Путіна, напевно, вже закінчується таким собі закатом. До Запоріжжя давайте перенесемося. Не вщухають розмови, побоювання, обговорювання, ризики, які спричиняє, знову ж таки, Російська Федерація навколо тепер уже Запорізької атомної електростанції. Все це ще відбувається на тлі очікування саміту Північно-Атлантичного альянсу, який пройде 11-12 липня у Литовському Вільнюсі. От голова військового комітету НАТО Роб Бауер зауважує, якщо окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС, таки, то наслідки вийдуть за межі типової проблеми безпеки та вплинуть на весь світ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба більш оптимістично налаштований. Він зауважує, ймовірно, росіяни наслухалися про те, що підрив ЗАЕС є неприпустивим не лише від традиційних партнерів України, але й від інших держав. Не знаю, можливо, Китай він має тут на увазі. І тепер, на його думку, Росія може переписувати план щодо ЗАЕС, тому що саме наша розвідка його викрила. Кулеба каже, нічого, і цей ми на світ білий дістанемо. Як думаєте, чи переписують вони свої терористичні плани? І кого має на увазі Кулеба під оцими іншими державами? Следует понимать, что за Запорожской атомной электростанцией там десятерное наблюдение осуществляется сейчас и разными разведками. Поэтому россиянам, конечно, посложнее будет после того, как наш ГУР обнародовал информацию, что там заминированы охладители, им посложнее будет совершить этот теракт, но, как мы видим, для них же не существует, в принципе, никаких границ. Поэтому вполне могут такую сделать. Я уже не раз говорил, что для Путина это будет очень хорошей причиной объявить о том, что вот перед контрнаступлением, понимая, что он теряет часть Запорожской области, которую оккупировал, сказать, что она нам не нужна, потому что там заражение. Все, извините, мы уходим оттуда. То есть для него это будет очень хорошей причиной вот так поступить.
Что касается заявлений, ну, для меня, например, странным было заявление руководителя МАГАТЭ, господина Гросси, о том, что я там был, ничего не видел, никаких заминированных охладителей. Ну, конечно, ты их не видел, потому что они же заминированы не снаружи, а как минимум они могут... И помните, мы с вами говорили о том, что ГУР заявлял некоторое время назад, что российские военные водолазы туда были откомандированы. Да-да-да. Они там, да, для чего? Там осьминогов ловить, что ли, или для чего? Поэтому я считаю, что они это все-таки могут сделать. Есть очень большая вероятность. Тут вопрос в мощности, в последствиях и так далее. Давайте надеяться как бы на лучшее, но с Россией всегда нужно готовиться к худшему сценарию. И то, что сейчас наши профильные министерства выдают различные памятки, публикуют их, как вести себя, если вдруг теракт произойдет, я считаю, это правильно. Мы все должны быть готовы и не пренебрегать, как минимум, хотя бы прочитать, особенно тем, кто находится близко к Запорожской атомной электростанции, нужно быть готовым и ну, превентивно предпринимать меры. Ну і на місцях так само я нагадаю, що на території Запоріжжя, як повідомляв і очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, як в нашому ефірі говорили депутати Запорізької районної ради міської, там проводиться підготовка. Про всяк випадок проводяться комплексні масштабні тренування і серед представників влади, зокрема, і навчання. Тож ми готові до всього. Ну і наша розвідка працює, Кирило Буданов, зокрема. Чимало невпевненості також і розмитості навколо цього саміту НАТО, про який ми вже заговорили, щодня лунають різні заяви, різні пропозиції, різні формати. Принаймні, обговорюються вони в західних медіа. Заклики лунають і від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, адресовані вони главі Білого Дому Джо Байдену. Він закликає Байдена негайно запросити Україну в НАТО. Він за те, щоб в майбутньому ми були в НАТО. І прямо зараз необхідне офіційне запрошення. Продовжує наполягати на своїй і нашій позиції Володимир Зеленський. Ми все розуміємо, каже, але сигнал зараз дуже важливий. Залежить від рішення Байдена. Не залежить уже від рішення Байдена те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на цій посаді ще на один рік до 1 жовтня 2024 року. Це вже він і сам підтвердив сьогодні офіційно в Твіттер, цитую, для мене велика честь рішення союзників по НАТО продовжити терміни моїх повноважень як генеральний секретар до 1 жовтня 2024 року. Наскільки добре це і наскільки ще не зрозумілі формати запропонованих нам гарантій? Форматы абсолютно непонятны нам. То есть нам нужно несколько моментов от саммита. Да? Первый момент гарантии на вот этот переходный период. Пока Украина в НАТО не вступила, значит, какие гарантии, какие государства нам могут предоставить в рамках альянса. Это первый момент. Второй момент, который нам нужен, четко прописанные критерии окончания войны. То есть когда представители или руководство блока говорит нам, что после войны Украину примут, нужно понять, что такое в их понимании окончание войны. Поэтому я вот помните говорил, что это очень опасная фраза после окончания войны. Тогда Россия говорит, о, так она никогда не закончится. Ну, мы будем по вам там постреливать, дроны запускать раз в месяц. Вот и никогда война не закончится, значит, никогда Украина не вступит в НАТО. Вот этого я опасаюсь. И Столтенберг, который еще год будет на этой позиции, кстати, это очень хорошо, и, по-моему, Кулеба даже сегодня какой-то такой комплиментарный пост написал. Почему? Потому что Столтенберг в последнее время делает очень проукраинские заявления, иной раз они идут даже в конфронте с членами Альянса, когда Столтенберг, помните, сказал, что есть понимание среди всех членов Альянса, что Украина должна быть у НАТО. И тогда Орбан, если мне не изменяет память, там, начал посты писать, что там, кто меня, ко все, точно все. Ну, разберемся. Все. Рано или поздно. Ну да, 21 країна офіційно, от буквально Іспанія днями, коли Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, був з візитом в Україні, підтвердила теж свою рішучість. 21 з 31 на офіційно підтверджують. Совершенно верно. То есть в скором времени їх буде 32, то есть где-то, значит, еще 11 потерялись, думают, надо им помочь принять правильное решение. Да? Помогите детям найти выход. Вот надо помочь. С Венгрией будет посложнее, конечно. Нам нужно решать вопрос с закарпатскими венграми. Это должно быть консенсусное решение. Как бы мы ни относились к правительству Венгрии, они имеют право
нас в НАТО не пустить. Собственно, то, как они сейчас со Швецией поступают, и Венгрия, и Турция. Поэтому очень много работы у дипломатов. Неоднократно я говорил, что во всех странах Североатлантического альянса у нас должны быть высококвалифицированные послы назначены, которые сделают эту подготовительную работу. Я про МИД не говорю сейчас, про межпарламентские там группы и так далее, но послы уже должны делать это домашнее задание и решать все разногласия. Було б непогано знайти вихід для Угорщини з усіх інституцій, чи це неможливо? Ну, мне кажется, это не выход. То есть просто говорить, а вот они против, а давайте их выгоним. Ну, так. Але вони проти всього проти, Борисе. Так и есть, но у Европейского Союза есть же инструмент, очень действенный и очень эффективный. Хорошо. Это прикрутить финансовый краник, да. Понятно, что Венгрия там, значит, может получать эти деньги от государства-агрессора, от России. Но тогда вопрос, если ты как бы оттуда получаешь, если тебе дают беспроцентные кредиты, строят атомные электростанции за кредитные российские деньги, то может имеет смысл тогда определиться, ты где, вот там, вот, на Западе, или ты все-таки на Востоке. Помните, как нас тащили в этот таможенный союз и так далее? Вот хорошая альтернатива. Прийнято, Борисе. Дуже дякую за сьогоднішній ефір. Такі непрості нас теми, але важливі. Спасибі, що знаходите час. Ми вже побачимося завтра з вами, а також з усіма нашими глядачами. Борис Тізенгаузен, політехнолог. Я Ірина Узлова. Це наша щоденна рубрика для вас. Разом працюємо до перемоги. Приходьте, будь ласка, завтра. А сьогодні ще не йдіть, а поставте лайк нашій розмові. Вам не складно, нам приємно. Дуже багато людей нас уже дивиться, за що ми дуже вдячні. Вдячні кожному і кожного, раді бачити. Бережіть себе, друзі, вірте в Збройні Сили України, вірте в себе, переможемо.